стал рынок мирный. Схватили, привезли в военно-полевой лагерь, одели им камуфляж и сказали, едем на учение. На учение им одели на голову мешки, привезли, это еще было Попасное, привезли их в Попасную, кинули в окоп, все учение подняли, а сзади стоят заградотряды. И им конкретно сказали, что будете отходить, мы вас всех расстреляем, без разбора. Пытались выходить люди, пытались как-то лазейками обойти, чтобы не воевать с российской армией, но такие люди были просто убиты. И это рассказывал нам человек, это вся эта информация, которая не владеет, она будет, я думаю, опубликована чуть позже. Все те злодеяния, которые творит украинская власть и приспешники Зеленского, все это будет потом на экранах. Пока еще рано это показывать. Но это все есть, мы только можем часть рассказать, что там происходит. Угу. Что из себя вот эти люди, которые попадают в плен, что они из себя представляют? Ну, все до единого проходят, те, которые офицеры, сержанты, все проходят спецподготовку в странах НАТО. Спасибо большое за участие в радиопередаче. Заканчиваю. В гостях у нас был Евгений Вадимович Лисицын. Спасибо. Логика власти. Речь о раи. В древней Микронезии так называли особые камни. Их и сейчас можно увидеть на острове Яп. Огромные, выше человеческого роста кругляки с высверленной дырой стоят повсюду тысячами. Примечательно, что на самом острове неподъемные денежки не из чего было изготовить. За ними отправлялись на другой.